Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Pesadelle, страшный-страшный хоррор. В последней серии мы испугались. Непонятное место, непонятно, что мы тут делаем. Сейчас нам придется проделать все вновь. Но теперь, когда мы знаем, мы сделаем это быстро. В общем, нам нужно включить генератор только для того, чтобы понять, что он сломан, но сейчас взорвется. И в панике бежать оттуда. Давайте приступать. Поначалу кажется, что, ну, так, не особо страшно, да? Но как только это все начинается... Блин, игра дает, конечно, стране угля. Да, одного не хватает. Окей. Идем. Идем. Убегай. Я бы с радостью. Так, а где у нас был вентиль? А, в администрации точно. Здесь за нами бегает тварь, и я не знаю от нее, как убегать вообще. Это, по-моему, не очень хорошо. И она не то, что там может укусить. Тихо. Она просто убивает. Второй раз испугался. Хорошо. Ключ от склада. 4, 2, 1, 3. Неприятно это все. Очень неприятно. Кто-то, кстати, говорил, что, мол, спринт. Че не спринтовать? Спринт появляется позже. Сейчас я не могу бегать вообще. Вставили. 4, 2... 1, 3. Готово. Врубаем. И пошла моча по трубам. Так, у нас вообще... Не позволяй ему тебя увидеть. Очень много закрытых дверей. И где-то здесь лежал ключ. Я так понимаю, ключи здесь... Суаре, отлично. Случайным образом каждый раз при каждой игре появляются. Да, сюда нам нужно вставить лампочку. Пока что мы возьмем ключ. Мастерки один есть. Нам нужно их 4, по-моему, собрать, чтобы успеть отсюда свалить. Тихо. Ой, твою мать! Ой, бля! Чё мне делать? Чё делать? Какого хера? Она мать! Чё это было? В прошлый раз все было попроще. Хорошо. Так, все, не смотри на него. Конечно, не буду. Че я? Дурак, что ли? Ой, бляха-муха. Так, побежали быстрее. Ой, блин, да что ты, твою мать, делаешь-то? Ультрафиолетовая лампа. Может, она мне поможет? Быстрее туда. Нужно воткнуть эту лампу. Я думаю, это наше спасение. Давай. Вот. Код от двери. 2331. А я не помню, где у нас была панель. Я не выберусь отсюда. Здесь же, по-моему, было, нет? Да, вот она. Ну, охренеть теперь. Вот тут
оно все и кончилось. Открывайся, ну. Офигеть. Еще один мастер-ки. Больше ничего нет. Блядь, твою мать. Я опять начинаю материться. Редко. Редко со мной такое в последнее время происходит. Какого хрена? Найди еще два. Да вы издеваетесь, что ли? Ой, бляха, муха, как страшно. Ой, да уйди ты уж. Че тут? Какого? Еще один мини-ключ. Еще один, да... Где я его найду? Здесь нет мини-ключей. Я все позабыл, у меня такая паника вообще, это ненормально. Здесь был мини-ключ? Ой, я просто мечусь. Включи, включи свет быстрее. Быстрее включи свет. Чави местре. Что такое чави местре? Нет. Да твою мать, ну. Да блин, я застрял. Я не могу. Какого чёрта? Где? Может сюда? Нет. Нет. Я умру. Да какого черта? Что делать? Чаве место. Но у нас не осталось больше дверей, по идее-то. Что? Зачем мне этот ключ? Твою мать! Я застрял! Ебана мать! Куда мне этот чави местер вставить? Что такое чави местре? Нет? Нет. Я не знаю, куда идти. Не знаю, что делать. Ты постоянно наблюдаешь за мной. Все двери закрыты. И я, похоже, умру через минуту и 20 секунд. Да твою мать. Хана. Закрыто с другой стороны. Ну что я могу сказать, я не знаю. Приехал, похоже. Но нет тут ничего больше. Нет же. Скотина постоянно тут. Я уже по три раза все обошел. Эта дверь не открывается. Вот эта не открывается. Здесь нет ни хрена. Все, остается умирать. Да?
10, 9, 8, 7, 6, 5. Я вышел? Окей. У меня получилось? Ну, что я могу сказать? Эта игрушка выбила из меня всю дурь. Она была страшно нелогичной, я вообще не понял, что это было. Но пугала так, что, блин, просто до истерики. Надеюсь, вам понравился этот хоррор. Потому что, блин, я не хочу к нему больше возвращаться. Я рад, что он закончился. Ой, увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.